Привет, с вами Илья, и мы с Владимиром приехали на новый объект. Это ЖК «Кышлаевые джерела». Владимир Михайлович встретился с заказчиками и пошли решать вопросы по поводу ремонта квартир. Как его будут делать, как будет все продолжаться. На данный момент он в этом здании решает вопросы. А в это время, пока они заняты своими делами, я покажу краткий обзор этой территории ЖК «Кышлаевые джерела». Итак, давайте я вам покажу территорию красивую. Итак, можете увидеть, что дом очень красиво сделанный дизайн. Хорошо покрасили. Но тут еще есть доработки мелкие, но все же очень все хорошо получается. Такая вот территория. Посадили уже елочки, уже такие вот красивые. Также это тоже вот территория Кышлаевые джерела. Вот так вот смотрится этот дом сдалека, очень красиво. Вот такая вот территория красивая. Красивый ландшафтный дизайн. Тут уже некоторые люди уже заселились. А некоторые люди только начинают делать ремонт. Здесь очень хорошо, красиво, уютно. Посадили деревья. Аллейку такую красивую сделали. Такая вот большая территория ЖК «Кышлаевые джерела». Также здесь дома достраиваются потихоньку. Но большинство домов уже достроилось. Такое вот хорошее ограждение на этой территории при въезде. Вот главный въезд на территорию. Очень красиво все сделано. Уютно, хорошо, тихо. Такая вот красивая площадка для детей. Вот еще одна красивая площадка. Там, где смогут заниматься все спортом. Это очень круто. Итак, если вам интересно, как мы снимаем, как наши происходят работы, как мы делаем ремонты, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. Всем пока.